Ой, бля. Всем привет, друзья. И в этом ролике мы представляемся такой процесс самоговорения. Самогоноварения. Да, самогоноварения из пепси-колы, да? Из пепси-колы, да. Прекрасно. А, ты хочешь, сколько получится, вот сразу вот здесь? Угу. Ну, ясно. А погода так и шепчет. Займи да выпей. Прекрасная погода. Да, ребят, на рыбалку надо ехать. Конечно, надо ехать на рыбалку. Так, ребят, все, брага у нас готова. Мы самогонный аппарат наш собрали. То есть, горелку включили. Сейчас она греется. Доведем до кондиции кипения браги, да? Да. У нас будут образовываться спиртные пары, попадать будут в дистиллятор, который мы сделали. И емкость. Мало. Блин. Мало, а ну-ка закройте, держи. Это же можно открутить тут. Это же форсунка. Не до соку. Куда будет дохуя? А ну. Да не будет дохера, это дохуя. А вы закройте. Ну-ка зажги. Да ну нахуй, как пиздец, она будет сейчас так гореть, как попало. Зажигай. Нихуя! Нихуя, у меня аж волоса на ноге. Вот через эту пустите, наверное, нахер. Через вот эту? Да. А это че? Ребят, короче, у нас на улице уже минус один. Это горелка, вот она, маленькая. Она горит все, но она не справляет, она не может ее нагреть. Короче, у нас она 2 часа грела, нифига не нагрела. Вот. Короче, Андрей Валерьевич приехал, привез свою китайскую горелку, которая взорвалась у него в этой машине. И мы, смотрите, вот сделали быстро, оперативно. У Андрея Валерьевича смекалка работает на 100%. Ну, я не знаю, вот на запах вино. Вот, ребят, кто пил горячее вино? Я вот был в Германии на Вайнах, или как это называется. Ну. По-моему, так. И я пил там горячее вино, прям там покупали. Это грели. Да. Да. Очень вкусно. Но вот запах вот этой самогонки похоже на это. Ну, ребят, я не рекомендую делать самогон с пепси-колой и кока-колой. Почему? Потому что в этих напитках есть ортофосфорная кислота, вот. Она, когда холодная пепси-кола или кола люди пьют, вреда организму не приносит. Но когда ее начинаем прогонять через самогонный аппарат, при нагреве она выделяет очень много токсичных и вредных эфиров. Да? Вот. Очень опасно для здоровья. Тем более она взаимодействует еще со спиртом. Короче, такая горючая получается. И поэтому мы ее пить сейчас не будем. Сейчас даже попробую чуть-чуть. Вот реально дают пластиком. Попробуйте. Да, пластик. А чё? Чё, и не рекомендую вам, ребят, ни в коем случае пить, особенно после первой перегонки, то есть сырец.
Закончили мы гнать самогон из пепси-колы. Из фляги у нас вышло где-то плюс-минус, судя по этой кеге, 10 литров, да, держи? Да. Где-то в этом районе. Сейчас мы нальем наши баночки и проверим. Да, и увидим. Мы будем делать этим самогоном из пепси-колы. Мы его сейчас подготовим ко второй перегонке. Да. А чтобы нам подготовить ко второй перегонке, мы ее сначала очистим. А чем мы будем сейчас очищать этот самогон, сырец, увидите в следующем ролике. Всем пока-пока и до новых встреч. Да.